Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Продал вот такую бону. 5 гривен Украины. 1992 год, подпись Ющенко. Значит, бона пресс юнит циркулейтед. Цена уже достигает, ребятушки, 150 гривен. Цены начинают кусаться на такие боны, потому что... Ну что, во-первых, состояние все реже и реже можно найти в пресс UNC. Поэтому, ну и те коллекционеры, которые собирают, они знают, что такие боны пользуются спросом. Поэтому и цены начали подниматься потихонечку. Чем дальше, тем веселее. Поэтому, кто спрашивал у меня, куда вкладывать деньги, в какие монеты, в какие боны, ну вот, пожалуйста. Была совершенно недавно 120 гривен, перед этим 100 гривен она, 80 гривен, и уже сегодня 150 и выше, ребята, смотря какой продавец. Но я-то порядочный продавец, поэтому и цены у меня порядочные. Все, друзьяки, бай-бай, с вами, как всегда, Мега Дэнди, перекупщик.